Садхгуру, два дня назад вы сказали, что вирус не хочет убивать нас, ведь наше тело является его средой обитания. Несколько человек в Твиттере, называющих себя интеллектуалами, высмеивают это утверждение, вырвав его из контекста. Можете ли вы прояснить эту ситуацию? Правда ли, что вирус не хочет причинять смерть? Ну. Но... Не считая людей, ни одно другое существо не хочет разрушать свою среду обитания. Так делает только человек. Он делает это не по своему намерению, просто неосознанно. Точно так же вирус делает это неосознанно. Он хочет жить у вас внутри, но его деятельность чересчур активна, и мы с вами можем от этого умереть. Я расскажу вам вот что. Мне тогда было 17 лет. К тому времени у меня была и корь, и брюшной тиф с рецидивом. Была и оспа. Видите, вот доказательства на носу. Чего только не было. Было все, чем только могут приболеть дети или мальчишки. Но проходя через все это, это никогда по-настоящему не сбивало меня с ног. Даже когда у меня был рецидив брюшного тифа и поднялась высокая температура, я все равно играл в игры и делал разные вещи. В этом было и свое преимущество, не нужно было ходить в школу. Поэтому все это мне нравилось. Как бы это ни называли, мне все это нравилось, потому что не нужно было ходить в школу. Я был официально освобожден. Но когда мне было 17, я заболел холерой. Через два часа после того, как я понял, что она у меня есть, она просто свалила меня с ног. Я был почти без сознания. Я слышал, как моя мама, бабушка начали плакать. Мы потеряли мальчика, мы его потеряли. Моя бабушка трогала мой нос. Мой бог Нос холодный, все кончено. Все вокруг плачут, а мой отец врач. Он старается сделать все, что в его силах. Потом пришли еще два врача. А я просто угасал на глаза всего лишь за два часа. Но к концу второго дня я уже сидел. На следующий день я встал и потихоньку начал ходить. Они сказали, что мне нельзя двигаться и заперли меня в комнате. Но я попросил, чтобы не разрешили быть на террасе, чтобы я мог немного ходить туда-сюда. И они меня поместили там. Но меня это немного беспокоило. Я переболел много чем. Мне это нравилось, потому что это освобождало меня от школы. Но тогда эта чертова штука просто свалила меня с ног. Так что я чуть не умер. Я хотел немного в этом разобраться. В те дни не было интернета или гугла, обо всем нужно было спрашивать. Поэтому я пошел в школьную библиотеку и начал расспрашивать у библиотекарши. И она дала мне книгу о патогенных микроорганизмах. Я никогда прежде не слышал такого слова. Потому что на уроки биологии я почти не ходил. И вот я прочитал эту книгу, там было много разной информации. Что они делают? Абсолютно все. Это не давало мне покоя. Как же так? Какая-то маленькая штуковина, которую я даже увидеть не могу, может меня вот так уложить. Я вернулся домой и поговорил с отцом. Он был опытным врачом. Он многое мне объяснил. И я сказал ему, «Мне это не нравится. Эта чертова штука меня чуть не убила. Как так?» Тогда он рассказал мне многое о том, что это такое. Этого я никогда не забуду. Даже сейчас я помню каждое его слово и то, что я прочитал в этой книге. Потому что это был вызов для меня, на кону стояла моя жизнь. Со мной произошло нечто, что угрожало моей жизни. Я не был напуган. Но это все равно, что меня бы обыграли в хоккей или в крике. У меня было такое ощущение. Итак, что такое патогены? Будь то бактерии или вирусы, есть много разновидностей. Возьмем коронавирус. Он довольно долго жил в организме животных, не убивая их. Теперь он перепрыгнул на человека и продолжая делать все то же самое, что делал внутри какого-то другого животного. Но мы не выдерживаем и ломаемся. В настоящее время также было четко установлено, что большинство людей, чья иммунная система находится в хорошем состоянии, выздоравливают. Но те, у кого ослаблена иммунная система, к сожалению, становятся жертвами. Что это значит? Это просто значит, что вирус хочет жить, но он живет настолько агрессивно, что мы можем умереть. Многие ученые говорят об этом, но даже то, что я прочитал в то время, когда мне было всего 17, я хочу, чтобы вы это запомнили. Даже тогда этому было дано объяснение. Я не помню имени автора, иначе я бы процитировал. Они четко объяснили, что большинство вирусов и бактерий, которые проникают в наш организм, который сейчас там находится, они во многом помогают нашему жизненному процессу. Они вредят ему. Когда-то они могли быть довольно опасными. Но они понимают, что если будут так существовать, то они разрушат свое место обитания. Поэтому через какое-то время они мутируют в легкую, безопасную форму и учатся жить с нами. Они вполне комфортно сосуществовали с другими животными. Животные, в свою очередь, выживали, сосуществуя с ними. Такова природа жизни. Одно существует внутри другого, одно внутри другого. Столько разных форм жизни. Триллионы форм жизни обитают внутри друг друга. И мы точно так же. В данный момент триллионы бактерий и вирусов живут вот здесь. Но, предположим, если вы сделаете тест на реакцию манту, я сейчас говорю об индийцах, потому что в последние 3-4 недели мы уделяем большое внимание тому, кто иностранец, а кто индийц. Не из-за расовой дискриминации. Мы хотим знать, откуда они приехали. Вернулись ли они из Китая или из Италии? Откуда они приехали? Сейчас Италия обогнала Китай. Это очень печальная ситуация. Но Если вы сделаете тест на реакцию Манту, то большинство индийцев его не пройдут. Этот тест проводится на выявление бактерий туберкулеза. Почти все индийцы провалят этот тест, потому что все мы имеем значительное количество туберкулезных бактерий. Но у нас нет туберкулеза как болезни. Так что придумали другое название. Они называют это первичным комплексом или чем-то еще, что встречается у детей. У всех нас есть эта бактерия, но мы провалим тест на реакцию Манту. Но у нас нет симптомов туберкулеза, потому что мы научились жить с этой бактерией. Они научились жить с нами. Они знают, что если они будут жить слишком агрессивно, как мы живем сейчас на этой планете, они знают, что они исчезнут. Они потеряют свою среду обитания. Поэтому они будут мутировать, чтобы стать более мягкой формой жизни. Это не какая-то новая наука. Мы всегда знали об этом. По крайней мере, в последние сто лет это знание присутствовало.